Все о нем говорят, но практически никто не видел. Речь не о каком-то мифическом объекте, а о так называемом индустриальном технопарке в Чебоксарах. Этот амбициозный проект в столице Чувашии реализуется не первый год. На какой стадии проект находится сейчас, расскажет моя коллега Ольга Пырочкина. Специальную территорию обеспечат источниками энергии, инженерной и транспортной инфраструктурами, а затем там разместятся и будут работать несколько независимых друг от друга производств. Такова задумка индустриального технопарка в Чебоксарах. Реализовать ее пытаются уже не первый год. В 2013-м технопарк таки преодолел стадию задумки. Сейчас на его территории, кстати, несмотря на зиму, идет прокладка коммуникаций, водопровода и канализации. Начато строительство дороги. Да все, мы будем работать. Где-то в первом полугодии мы закончим внутриполощадочные коммуникации. И вот во втором полугодии мы выйдем 2014 года на внеплощадочные коммуникации. То есть это до точек подключения энергообъектов. Это подстанция Новый город, это к точкам подключения водоканала. Нам здесь удобно, проходит газопровод высокого давления, мы к нему подключаться будем. Финансируется эта часть работ в соотношении 1:4. То есть на каждый рубль, выделенный республикой, федерация дает 4. В итоге Чувашии работы обойдутся в 50 миллионов, а госказне, соответственно, в 200 миллионов. После того, как с инфраструктуры закончат, предприятия, которые планируют разместить здесь производство, то есть резиденты, смогут приступить к строительству своих объектов. Те компании, которые захотели заявиться, они заявили. Сегодня у нас на 10 участков разлинован индустриальный парк. 7 компаний сегодня мы заключаем соглашение. 3 компании, они у нас в шорт-листе. То есть сейчас они подготавливают тоже документы для принятия участия в аукционе. Таким образом, если все пойдет по плану, в 2015-м на территории технопарка уже закипят строительные работы. По условиям договора начать строительство резиденты должны не позднее марта 2015 года. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.